Открытым оком. Вопрос 1273, четвертый том. Приходилось часто слышать, что на высокие церковные должности коммунисты ставили своих людей через ЦК партии, и что все до единого архиерея их ставленники. Об этом были большие публикации в журнале «Огонек», интервью, которое взял член Союза писателей СССР Александр Иосифович Нежный у председателя Совета по делам религии СССР Харчева. Что архиереи были крайне неустойчивы, буквально извивались перед мирскими властями и легко отказывались от того, что утверждали вчера, то есть во всем выполняли прихоти безбожной власти. Могли ли бы вы что-то сказать по этому вопросу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Со всеми архиереями я не был знаком, но все-таки встречался с ними и обедал за одним столом не раз. Меня арестовали не без указания новосибирского архиепископа Гедеона Докукина. Вот только несколько документов, подтверждающих вашу мысль. Его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Гедеону, архиепископу новосибирскому и барнаульскому благочинного церквей Красноярского края протоиерея Александра Бурдина. Рапорт. Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка, на второй седмице Великого Поста духовенство Красноярского края собралось для встречи с отцом-духовником в Красноярском Троицком соборе. Во вторник, 6 марта, почти все священнослужители прибыли к вечеру, к вечернему богослужению, к исповеди. А на завтра, 6 числа, все сослужили предстоятельствующему отцу-духовнику, архимандриту Серафиму. Трио «Да исправится» спели священнослужители. За божественной литургией прекрасную проповедь сказал священник Геннадий Фаст, проповедник редкого дарования. После божественной литургии уполномоченный Лущиков Николай Александрович прочитал нам лекцию о проблемах и достижениях народного хозяйства страны. Затем кратко коснулся законодательства о религиозных культах. За завтраком в порядке напоминания благочинный прочитал архипастырское предписание вашего преосвященства к духовенству Новосибирской епархии. После завтрака священнослужители разъехались во свояси, выразив пожелание почаще так встречаться. Общий настрой священнослужителей деловой бодрый. Исключение и аномалию представляет игумен Алексей Костряков, великолепный мастер на оскорбительные эпитеты, двусмысленные реплики и похабные анекдоты. За богослужением я вынужден был неоднократно урезонить в алтаре благурство, организованное отцом-игуменом. После божественной литургии, предлекции, отец Алексей превзошел сам себя, самого себя, рассказав предотвратительную басню и тем самым вызвал негодование многих батюшек. Большая половина священнослужителей потом просили благочинного на будущее время, на будущие встречи оградить их от подобных развлечений. Здесь перед лекцией у меня не хватило времени дать достойную отповедь нескромному игумену. Вошел уполномоченный, и я решил обратиться за помощью к своему архипастырю. Ваше Высокопреосвященство, первое, благословите мне впредь не приглашать на исповедь отца Кострякова. Он живет и служит в непосредственной близости с Абаканом. Пусть в Абакан приезжает на исповедь, а сослужащих пусть присылает в Красноярск. Второе, смиренно прошу вас, владыка, указать отцу игумену Алексею Кострякову, что он растлитель христианской морали, своим цинизмом разлагающий действует на молодых священнослужителей и за это понесет ответ перед Богом. Ваше Высокопреосвященство, смиренный послушник, благочинный протоиерей Александр Бурдин, 6 марта 1985 года. Московская патриархия, Новосибирск, благочинному церкви Красноярского края, настоятель Троицкого собора города Красноярска, протоиерею Александру Бурдину. Канцелярия Новосибирского епархиального управления сообщает вам резолюцию его Высокопреосвященства архиепископа Гедеона, положенную на вашем рапорте о недостойном поведении игумена Алексея Кострякова. Читал 14 марта 1985 года. Вот до чего дошел юный монах-пастырь. А ведь я возлагал на него большие надежды и невольно вводил о нем в заблуждение его свое священное начало.
Присутствующее же духовенство во главе с духовником, как жалкие трусы, поддакивали и посмеивались грубым пошлостям молодого циника, тем самым не противясь этому злу. Но ведь сказано: «Измите злаго от вас самих». Это результат воспитания отца Нифонта и Антония Москаленко, сеявших цинизм в юные души. Отцу Кострякову следует или публично раскаяться и извиниться перед всеми отцами, попросить епитимью у духовника и навсегда бросить и осудить этот душепагубный цинизм или оставить священнослужение. Денись Иуда оставляет учитель и приемлет дьявола. И идти в мир со своим богатым на похабщину опытом, ибо горе человеку, которому придет соблазн. Боюсь, что отец Борисов тоже заражен этим цинизмом, ибо он воспитан отца Нифонта. Архиепископ Гедеон, секретарь Новосибирского епархиального управления, священник Тимонов. Казалось бы, Гедеон говорит все правильно. Теперь осталось только довести это до выполнения, убрать прокаженного, навести порядок. А вот здесь-то и выявляется, что Гедеон сам является марионеткой в руках уполномоченного. Если он преосвященство, то уполномоченный сверхвысокопреосвященство. Отец Александр Бурдин мои письма к нему отнес уполномоченным по религиозным культам. А Костряков выпросил у одной бабушки начитанные мною пленки о мучениках 20 века и сдал тому же уполномоченному Лущикову. Это было сильным толчком для властей, чтобы арестовать меня. Дальше события происходили совсем не по сценарию тех, кто разжег этот огонь. Меня осудили и этапом увезли в Казахстан, город Жанатас. А митрофорный отец Александр Буртин вдруг был снят с должности благочинного и переведен. Кто же мог думать куда? Тоже в Казахстан, недалеко от меня. В Чимкент, в город Чимкент, чтобы его матушке Анне Николаевне, одной из самых ревностнейших моих друзей, было легко приезжать ко мне в лагерь. А Костряков с его богатым опытом был возведен благочинный Красноярского края. Нет, все-таки Иуда сорвался с петли. Он жив, доколе Христос в гробе. А что же Гедеон? Гедеон отправлен в горячую точку в Ставрополье на границу с Чечней. А я был освобожден и вернулся в Потеряевку.